Рязанский дом фотографии – уникальное событие. Люди собрались не по принуждению, а по талантам и по желанию. И эта выставка – лишнее доказательство того. Потому что на данной выставке представлены различные абсолютно техники, творческие начинания, индивидуальности. Поэтому она и названа «Коктейль». Каждый фотограф показал то, что он может. И в этом ее большая уникальность. Вся эта выставка является как бы учебным материалом. И очень приятно, что она благодаря желанию и помощи Василия Ивановича Колдина находится в училище, которое пропитано вот этим творческим учебным процессом. И эти фотографии и работы, они являются еще и вдобавок ко всему, показывая многообразие различных техник, обучает студентов, как предлагает им мыслить творчески, неоднозначно в каком-то одном направлении. Собственно, к чему и ваш директор всегда вас призывает, чтобы вы были творчески наполнены. Такая и эта выставка, она разноплановая. Она показывает множество различных технических, творческих направлений, техник исполнения и так далее. И это является той плодотворной почвой для того, чтобы этому учиться.